Техническое описание кода неисправности OBD2, настройка впускного коллектора IMT, засорение клапана открытая банка 2 что это значит? Этот диагностический код неисправности DTS является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям ОБД-2 с 1996 года выпуска. Это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Mercedes-Benz, Audi, Chevrolet, GMS, Sprinter, Land Rover и так далее. Сохраненный код P206 означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил клапан настройки впускного коллектора AMT, который застрял в открытом положении для ряда двигателей. 2, банк 2 относится к банке двигателя, которая не содержит цилиндр номер 1, настройка впускного коллектора используется для ограничения и контроля всасываемого воздуха, когда он поступает в отдельные порты коллектора, АМТ не только регулирует объем всасываемого воздуха, но и создает вихревое движение, эти два фактора способствуют более эффективному распылению топлива, каждый порт впускного коллектора снабжен металлической крышкой, мало чем отличается от дроссельной заслонки, один вал проходит от одного конца коллектора на каждый ряд двигателей к другому и через середину каждого порта металлические клапаны прикреплены к валу который будет поворачиваться слегка чтобы обеспечить открытие и закрытие клапанов вала AMT приводится в действие PSM. в некоторых системах используется электронная система управления вакуумом приводов клапанов другие системы используют электронный двигатель для управления движением закрылков psm посылает соответствующий сигнал напряжения и клапана EMT открывается и закрывает клапан и до желаемой степени PSM контролирует фактическое положение клапана, чтобы определить, работает ли система, как предполагалось. Если PSM обнаруживает, что клапан AMT застрял открытым, код P206 и будет сохранен и загорится индикатор неисправности MIL. MIL освещение может потребовать многократных циклов зажигания с отказом. Пример клапана настройки впускного коллектора AMT. Какова серьезность этого кода неисправности? Отказ системы IMT может отрицательно повлиять на эффективность использования топлива и, в редких случаях, может привести к втягиванию оборудования в камеру сгорания, условия, которые привели к сохранению кода P206 и, должны быть исправлены как можно быстрее, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P206 могут включать в себя снижение эффективности использования топлива, снижение производительности двигателя, неудовлетворительные или насыщенные коды выхлопных газов, никаких симптомов может быть вообще, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода могут быть привязка или ослабленные клапаны AMT, дефектный исполнительный механизм AMT, клапан, утечка вакуума. Обрыв или короткое замыкание проводки или разъема в неисправность PSM или ошибка программирования PSM, для диагностики кода P206 и потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник диагностической информации о транспортном средстве. Вы можете использовать свой источник информации о транспортном средстве для поиска бюллетеня технического обслуживания, TSB, который соответствует году выпуска, марки и модели автомобиля, а также размер двигателя, хранимый код с и выставленные симптомы, если вы найдете один, это может дать полезную диагностическую информацию. Используйте сканер, подключенный к диагностическому разъему автомобиля, чтобы получить все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра. Рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем провести тест-драйв автомобиля. Пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен, если PSM входит в режим готовности в это время, код прерывается и может быть намного сложнее диагностировать, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться, прежде чем будет поставлен точный диагноз, если код будет немедленно сброшен, следующий шаг вашей диагностики потребует от вас поиска в источнике информации о вашем автомобиле диагностических блок схем, схем разводки разъемов, видов лицевого разъема и процедур, спецификации тестирования компонентов, шаг 1 используйте свой источник диагностической информации автомобиля и DVOM для проверки напряжения заземления и сигнальных цепей на соответствующем клапане IMT. Шаг 2. Используйте DVOM для проверки соответствующего клапана IMT в соответствии со спецификациями производителя. Компоненты, которые не проходят испытания в пределах максимально допустимых параметров, следует рассматривать как дефектные. Шаг 3. Если клапан IMT работает, используйте DVOM для проверки цепей входного и выходного сигнала от панели предохранителей и PSM. Отключите все контроллеры перед использованием DVOM для тестирования, неисправные клапаны, соединения и втулки AMT обычно лежат в основе кодов, связанных с AMT.